Глава Нового Уренгоя провел дорожную пресс-конференцию, подвел итоги нынешнего строительно-ремонтного сезона. По словам Воронова, основные задачи выполнены, дело за малым. На центральной магистрали, проспекте Губкина и на улице 70 лет Октября осталось заасфальтировать проезды, установить опоры освещения, знаки и светофоры. Осталось потерпеть немного, потому что у дорожников еще задачи есть. Сейчас они уходят в обещанные вот эти въезды во дворы. Работы еще много, и она, техника-то, ездит тоже по Губкину дорожно, и материалы возят. Поэтому это временные все неудобства. Из-за этого, после того, как для проезда открыли проспект Губкина, на кольце тут же машины встали в пробки. Теперь новоуренгойцы переживают, что это отнюдь не временная история, а новая проблема. Мы предусмотрели в том числе и установку дополнительных светофоров. У нас проложены кабеля. Если что-то пойдет не так, и где-то будет такой дисбаланс, кто-то с Петуха не может выехать, кто-то не может повернуть направо либо налево. Это все будем регулировать либо светофорами, либо дополнительными знаками. Жизнь покажет, но в целом, на самом деле, движение пошло, это видно. Но нюансы, пока полностью УДС не ушел с дороги, они будут оставаться. Но осталось совсем чуть-чуть, и зима план покажет. Дорожники уже закончили межквартальные проезды в микрорайоне энтузиастов по улице Надымской и Железнодорожной. Также сделали около 3 километра ямочного ремонта. Но по этому поводу у водителей остался осадок. Асфальт срезали, а дыры латать не торопились. Подрядчик объяснял это все задержкой битума от поставщика. Проблема у нас одна – это отсутствие своего муниципального завода, который необходим. Вот. И заручились поддержкой, сейчас мы работаем департаментом транспорта по вариантам приобретения на следующий сезон своего муниципального завода, чтобы больше таких нюансов не возникало. Вопросы как у жителей, так и у властей появились к улице 70 лет Октября. Дорогу сделали плохо. Подрядчику-новичку в нашем городе придется все исправить. Переживают новоуренгойцы из-за уже не новый дорожный участок. На развязке Солнечная, после дождей скапливаются лужи. Администрация в курсе проблемы. Дорожные дефекты попадают под гарантийный случай. У нас нету таких просадок на основных переходах развязки, да, там, где у нас железобетонная конструкция, металлоконструкция устроена, а именно в местах искусственной насыпи. Для отвода воды там созданы прекрасные условия, то есть вот эти искусственные, так скажем, такие неровности, да, куда вода, по сути, должна уходить, там есть приемные колодцы. Вот, ну, часть дороги буквально там, допустим, на 3-5 сантиметра, если она уходит вниз, то образуется такой не перелив, и, соответственно, возникает лужа, но, тем не менее, мостовики эту проблему знают и принимают меры. Часть работы уже выполнена, часть работ будет еще сделана в этом периоде. К юбилею города власти хотят увеличить объемы дорожного ремонта. Если в этом году сделали около 15 километров, то в будущем планируют ежегодно чинить по 30 километров дорог. В 2023 году возьмутся за Юшку. Есть готовые проекты по улично-дорожной сети на Магистральной, Таежной и Геолого-разведчиков. За 3 года приведут в порядок проезд Заура-Кирейтова, а также улицы Ямальская, Юбилейная, Арктическая, Новая, Крайняя, Сибирская. Татьяна Забродина, Евгений Шевченко, Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма» для «Нур-24».